Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы вместе с Таней будем максимально прыгать и посмотрим, кто из нас выше прыгнет. Привет, Таня! Привет! Ну, давай узнаем. Сегодня у нас будет такой мини-баттл, да, тут, короче, как обычно, можно донатить все. Ну и давай-ка вот сюда вот так сейчас пройдем, тут какую-то штучку, а, не, нельзя крутить ее, ее нельзя крутануть. Пойдем вот сюда, вот смотри, сейчас мы можем вот сюда выбежать. А, здесь сейчас клики идут, то есть кликать надо. Ты тоже можешь кликать вроде бы, ой. Ой. Сейчас вот все нормально, мы появились. Это чтобы новый раунд начался. Поэтому давай, во, кстати, мы можем сейчас кликать. Мы можем кликать вот так вот, кликаем мышкой. И видишь, jump power внизу увеличивается. У меня вот, например, 60. О, слушай, ты меня догоняешь. Слушай, ты меня прямо это сейчас догонишь, уже перегонишь. Ничего себе. Вот, ты меня перегнала, подожди, как так быстро-то? Давай, 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 я не могу мышкой. Как так-то? А, все, мы, короче, можем, подожди, мы можем прыгать? А, мы уже прыгаем, смотри, нифига себе, прыгни. Нифига, куда я улетел. А, подожди. А, ничего себе. Это пробел надо нажимать, подожди, пробелом я улетаю, типа? Ну да, ты так думал. Ого. Я это знаю. Да, нифига себе, стой, подожди, а если я не буду пробел? А, короче, его просто надо зажать и держать. Все, я понял. Ну, я тоже стучал сначала. И у нас, короче, копятся какие-то, смотри, звездочки. Да, звездочки какие-то копятся. Только собирать через комп. Да, да, кстати, ребят, Тань, ты играла через телефон в предыдущие разы, а сейчас через компьютер играет, и это класс, да. Через компьютер намного удобнее. Вы, кстати, в комментариях напишите, через что вы играете. А мы... Ой, я тебя догнала. Где ты, где? А, нифига, я вижу тебя. А, все, мы падаем вниз. Так, ну и теперь вот за эти звездочки, смотри, мы можем с того пэтов покупать, да? Походу, да. Тут еще реберты есть какие-то. Что за звездочки? А, вот все. Вот здесь звездочки, да, за звездочки мы с тобой можем покупать. Вот я открываю. И давай посмотрим. А, типа надо нажать на яйцо, ничего себе, чтобы оно сломалось. Мне выпал какой-то лизард. О, интересно. Ну, пэты, короче, дают, как я понял, 150 прыжков они мне дают. Ничего себе, прикольно. Ну-ка, а у тебя? У тебя сколько? Что это такое? Хейт? Что это такое? А, вот, то есть клик еще же мы можем, да. То есть, смотри, у тебя... А что такое? Тап-то-брейк? Брик? Тап-тап? А, ну, типа нажимать? Нажимать, наверное. Я сейчас еще одного пэта покупаю. А, тап-то-брейк, это типа яйцо ломаешь, и у тебя питомец там появляется. Во, да-да-да, я даже слышу, как ты кликаешь, кликаешь, во. А я, стоп, подожди. У меня тоже такой же, как тебе. Да, ты, кстати, еще одного можешь открыть, если хочешь, если, типа, хватает тебе денег и этих, как его, звездочек. У меня 10 звездочек, короче, не хватает. Я полетел дальше, а нет, ладно. Сейчас, короче, у нас новый раунд начнется. Что-то тут как-то слишком быстро все, сейчас через 7 секунд уже все кончается. Тут еще какое-то летнее яйцо есть за... 799 рубаксов, ничего себе. Так, окей. Я сломался. Так. Я тоже сломался, да. Так, сколько там времени? Времени 3 секунды. Давай, давай. Открывай, открывай, открывай. Так, у меня 2. У меня опять лосяш какой-то. Лосяш? Ну нормально. Все, теперь можешь кликать. Вот все у нас 5-6 секунд. Мы кликаем. У меня чуть больше джампов, потому что у меня пэт получше. Все, я теперь полетел. Я прыгать пошел. Давай, догоняй меня. Тоже прыгай. Ой, ух, нифига себе, какой ты. Так, ну-ка, я тоже. О, ничего себе, смотри, как быстро копятся эти звездочки. Кстати, да. Быстро, может, смотри. Ну, второй уже. Ну, точнее, на 3 Да, может быть. Там 175 вроде оно стоит. Сейчас посмотрим. Вот после 38 секунд сейчас пройдет. И посмотрим. О, нифига себе. Тут уже дальше лететь. Смотри-ка. Уи, летим. Вот так да, вот. Да, кстати. Вот на четверках что там будет. Не вот знаю. Может быть, кстати. Может быть. Сейчас посмотрим. Там вот самая крутая, это, конечно, третья линия. Там он по 1000, походу, будет давать потом. Ну-ка, бам. Ну, тут по плюс 2 только дают пока. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Я вот на вторую перешел. У меня лучший результат уже 17 тысяч. Это... Да, кстати, по плюс 4 реально. Даже больше, слушай, по плюс 8, что ли, мне дали. Ничего себе.
Блин, у меня 86, мне не хватает все равно. Мне 76. 76, ну ладно, давай будем копить. Кстати, ну, смогу ли я задонатить и тебе подарить? Я, короче, знаешь, что сделаю? Я хочу сейчас задонатить. Я доначу, короче, себе 25 тысяч. С моим Фредди, который любит донатить. Да, я, короче, вот это яйцо сейчас буду себе открывать. Так, слушай, давай. А тут можно же? Эй, что можно? Покрутить. О. А, да нет. Нет, там надо в группу вступить. Ого, смотри, какой мне доги выпал, прикольный. 8 тысяч он дает. Нифига себе. Подожди-ка, я могу только... я могу тебе передать, например? Я тебе передать, походу, не могу, да? К сожалению. Я тебе купить ничего не могу, блин. Сделали бы они возможность к покупке, я бы тебе купил что-нибудь. Поэтому, ну ладно. Спасибо. Я полетел, короче. Ух, нифига себе, какая у меня... А что я? Ты кто здесь? Да ты посмотри. Да, где ты, че? Вообще, я одного питомца только купил. Жесть, у меня столько. Ну, конечно, такого крутого-то. 8 тысяч он дает. Ну, ладно, не хочу. Ну, ладно, не хочу. Я тебе, конечно, передал бы, если бы можно было. Тут, кстати, левел ап этих как-то можно еще. Интересно, как? А, за 25 робаксов. Ну-ка, сейчас, короче, тестирую. Посмотрю, ну-ка, вот, допустим, левел ап. О, 8, он плюс 200. Нифига себе, слушай-ка, прикольно. Так, у меня 136 пока. 136? Ну, давай, давай. Немножечко остается, кстати. Я, короче, еще хочу сдонатить. Ну, да, почему? Подожди-ка. А последний тут сколько стоит? Вот это вот сколько стоит? А, но выйдет только... Все, понял. Тут, короче, сам последнее яйцо, 25 тысяч побед, как я понимаю. И, да, я, короче, еще 25 тысяч сейчас сдоначу. А можно и 50? Давай 50 тысяч, окей, 50 тысяч. Я бы тебе тоже сдонатил, если бы была такая возможность. Так. Сейчас попробуем там сделать. Ты, кстати, можешь прыгать? Короче, кликаю. А, ты, да, уже можно? Ты уже можно, да, да, да. Так, а вот здесь что такое? Так, подожди-ка. Комплит. Я немножко не разобралась, я думала, что я кликать могу. Ну-ка. Ну, да, там можно и кликать, да. Ты типа кликами улучшаешь свой этот прыжок. Ну да, я поняла. У меня, кстати, получше стало. Ну, это да. Ну-ка, у меня, короче, какие-то два ноутбука. Нет, звездочек побольше дают. Вау, у меня, короче, 15 тысяч какой-то пэт дает. Офигеть. Я вообще, короче, вообще жестко прокачался. Ну-ка, сейчас смотри. Прыжок. Ух, нифига себе улетел. Жесть. Офигеть. Ну, третью линию я еще не пройду. Так, ладно, сейчас я смогу ее по-любому пройти. Короче, там что-то дальше есть. То есть, вот ты первый раз проходишь свой рейс, и там что-то дальше еще есть этого. Интересно, что? Сейчас я, короче, вместе с таймером прыгну. Это будет мощно. Вон, смотри, какие у меня питомцы большие, смотри. Давай, открывай вот этого своего, да. За 175, если тебе хватает. И тут, короче, кликаем. О, кстати, я по 25 получаю. Ну, ладно. Нормально. Я сейчас буду прыгать дальше, я хочу дальше прыгнуть. Какой-то розовенький. Да, о, он, кстати, классный, походу. Я полетел, я на второй линии уже, прыгать тоже. Ну-ка, у меня 554 лучший результат, офигеть. О, нифига, ты тоже быстро. Офигеть, ты тоже быстро, слушай. Так что можно и без доната обойтись. Да, давай-ка посмотрим на твой лучший результат. Офигеть, у меня вот мой лучший результат, уже 600 тысяч, так, 30 секунд, в принципе, возможно, я даже смогу долететь до самого конца, я не знаю, 30 секунд, блин, ну, по идее, должно хватать, я сейчас пройду потом в следующую зону какую-то, там следующая зона прикольная, надо будет сейчас посмотреть, что это за зона. Вау. Сколько всего пэтов можно экипировать? Три пэта. Да, у тебя тоже сейчас как бы, ну, максимум. У тебя 62 тысячи, нифига ты крутая. О, я полетел. Еще раз, что ли? Я по второму кругу пошел проходить. Да, короче, 2000, что ли, мне дали за финиш всего абсолютно. Ну, прикольно, ладно. Давай посмотрим, меня там можно сейчас пройти вот сюда. Вот видишь, смотри, у тебя здесь закрыт проход, а мне здесь можно пройти, видишь? Я прошел. Потому что я до конца прошел карты. И здесь, смотри, здесь другой прыжок совсем какой-то. Здесь другие пэты. Так, все. Офигеть. Я сейчас вообще тебя сделаю. Ну, давай, давай, я жду. Я тебя жду в этой локации. Офигеть, тут, короче, за 10 миллионов последнее яйцо. Офигеть, офигеть. Так, ладно, я полетел. Ну, вообще, я полетела и сломалась. Я не знаю, не, у меня норм. Я лечу, да, и в принципе. Смотри. Я не вижу тебя, я на другой линии. Я, короче, в другом месте. Видишь, мы сейчас на разных местах.
Первую линию очень быстро прошло. Да, ты сейчас и вторую пройдешь, и вот тебе надо будет до третьей накосить, нет, получается. Нет, я не пройду. Да? Ну, кстати, здесь вот сложные уже линии. Вот я сейчас нахожусь, я вторую еле прохожу. То есть с моими пэтами вот этими классными я все равно не могу. Скорее всего, да, я даже вторую линию сейчас тоже не допройду. Офигеть. Ну, слушай-ка, интересненько. Тут есть еще магазинчик, да? И в магазинчике у нас есть бустики, типа X2 к Jump Power. Ну-ка, 175, да, и у тебя там следующий... Это Jelly Fox. У тебя, короче, 5000 надо, 5000 тебе надо накопить. Все, полетели. Let's go, вперед, давай посмотрим, ну-ка, я первую вообще моментально прохожу. Прыгай, прыгай, ты что не прыгаешь? Чё ты на месте стоишь? Во! Ну что, я боюсь это сломаться. А-а-а. Во, ну... смотри, как поднял ко мне. Да, вообще, ты что-то сейчас меня зависло и дальше полетело. Во, да, вообще классно. Ну слушай, мне кажется, тоже мне лучше пока вот здесь тусоваться в этой зоне, потому что здесь я намного больше получаю, чем все-таки он в той. И, да, ну слушайте, а сколько вот сейчас у тебя, это что там у нас, звездочки? У меня не экипировался, но вот жалко, конечно. Сейчас попробую еще раз. Ну да, еще раз экипируешь, если что. Я как раз куплю еще одно, и будет классно. Ну вот, да. Подожди-ка, а что у меня лучший результат еще увеличивается? А сколько у тебя звездочек? У меня 7000 звездочек, а у тебя? Ну, 218. А, 218, ну слушай, да. Долговато, да, долговато. Да почему я на 10 секундах ломаюсь? Ну это все, да, это типа конец рейса, и поэтому так. Вот. Ну, окей. Да, кстати, подожди-ка, тут что-то 15k jump power boost. А что, как мне вот этого получить, флопа? Ну какой-то джелли дуо попался. Текс. О, это, а, это тебе вот здесь вот, да? А, ты эти выбиваешь, все понятно. Вот у тебя розовенький вот этот, и еще какие-то, видимо, есть. Вот, еще один розовенький. У тебя три розовеньких теперь, все, прыгай. Смотри. Ого. Быстро. Вообще, первую линию без проблем вообще прошла. А вот со второй уже проблемки, да, возникают? Да, да. Ну, это ладно, хотя бы немножко быстрее. Ну, я бы тебе передал сейчас каких-нибудь классных пэтов, но, блин, к сожалению, я не могу этого сделать. Тут, ну, просто нет этой возможности передачи чего-то. Я бы тебе издонатил, но, к сожалению, никак. Ну, ладно, зато я все сама. Зато ты все сама, да, правильно. Да-да-да, все сама, это правда. Ну, мне сейчас... По сути, тут вообще быстро можно... Ну да, да, я тоже так думаю, ну, я просто еще задонатил. Да, тут еще, ну, потом следующая локация идет. Я сейчас попробую, конечно, туда еще раз бегать. Там вот уже посложнее будет. Поэтому вот так вот. Наконец-то я не сломалась. А, нет, все нормально. Нет, все нормально, я сломалась. Я теперь понимаю. Ну. Тут еще вон какие-то... Просто заканчивается. Да. Тут, короче, какие-то эволюционированные еще яйца. Ну-ка я попробую открыть. Я должна... 5000 накопить, я как 5000-то накопить? Вот, да, вот, дорого, да, 5000, ну вот так вот надо, да. Я купил какого-то пэта. Что? Мне питомец дает 75 тысяч. Подожди, в смысле? А чё так много? Это вот это вот Jump Power получается? Да, он Jump Power дает, у меня... Джамп уже сколько это получается? У меня 98 тысяч, да, джамп пауэра. А у тебя 3800. Да. Ну это я сдонатил, потому что я в донате ночью. А, вот я вижу, да. Вот, да. Я, короче, еще сейчас от этого чувака хочу сдонатить. Ну-ка я еще раз доначу вот этого. Попробуй, ну, сможет еще раз выбить. Попробуй. Блин, я говорю, я бы тебе сдонатил сейчас. И ты обалдел просто от этих питомцев. Отлично. Я сейчас посмотрю. У меня еще один сейчас пэт какой-то будет. Походу, точно такой же. Да, да, точно такой же. Я... чего? 150 косарей. 150 тысяч дает питомец. Что это за пэты вообще? Что я тут делаю? У меня 240 тысяч jump power. Я не знаю, что там делать. Я доначу робаксы. Просто вообще не щажу ни один робакс. Обалдеть. 115. Короче, у меня сейчас 300 тысяч, да, будет? Да, 340 тысяч. Ну-ка, погнали. 340. Офигеть. Это получается у тебя 100 раз
В сто раз. У меня почти в сто раз, да, реально. Офигеть, это, ну это мощно, ребят. Давайте так, если вы хотите, чтобы я тоже Тане донатил, то надо бы Тане тогда обзавестись робаксами. Я этим займусь, ребят, и в следующих видео Таня будет сама себе тоже вдоначивать. Это, мне кажется, будет очень интересненько. И поэтому, ну, вот в каких-то играх возможен донат, да, другим, я тебе вот доначивал тогда. А сейчас, к сожалению, вот я не могу, нет такой возможности. Кстати, это все последняя локация, я-то тут, короче, прыгаю, оказывается, это последняя локация, я вот здесь в последней локации нахожусь. И все, да. Мне еще раз Джонни Дуэ попалась. А ты зачем он то-то яйцо открываешь? Ты копи 5000, тебе 5000 надо копить. Это мне так быстрее нужно копиться. Хотя бы немножко. Ну да, смотри, как я сейчас здесь первую пройду. Смотри на линию. Я сейчас так пам. Ой, на вторую сразу. И третью прошел. Жесть. Смотри на меня. Ну ты вообще сумасшедший просто. Вообще жесть, смотри. Оп, жесть. Мне вот интересно, я сейчас пройду до третьей линии. Ну вот не конечно, знаю. Конечно, вот это вот Джонни Дуэ, оно дает немного больше, но хотя бы что-то. Ну неплохо, слушай, ты посмотри, как я просто, офигеть, я просто коплю. Ну ты что? Жесть, я тут сколько раз финишировал уже эту первую линию, обалдеть. У меня 35 тысяч уже, 37 тысяч. То есть у меня вот копится постоянно вот так 38, сейчас 40 тысяч. Жесть. Это очень много. Да, слушай, я сейчас так и смогу накопить на самое крутое яйцо. Ты не успеваешь, да, половинка. Ну, ты еще поздно начала, стартанула. Да, ну, а я 50 тысяч накопил. Да, я 50 тысяч. У тебя 3 должно быть. У тебя 2. Ты убрала, походу, одного, да? У меня вон очень какие здоровенные питомцы. Деловая, конечно, деловая. Ну вот все, и теперь кликай еще. Кликай, увеличиваю свою мощь. Я по 25 кликаю, да, посмотрим. Давай. А я сейчас посмотрю, сколько я смогу. Вот все, прыгай. Оба. А я посмотрю сейчас, сколько я 50 тысяч стартанул, сколько я смогу накопить вот за один. Ну, за минуту. Тут получается раунд длится минуту. Не так долго. И, блин, жесть. Жесть, у меня какой счет бешеный. Офигеть. Смотри, что, у меня уже 60 тысяч, я 10 тысяч накопил. Офигеть. Ну это вот я сколько сдонатил сюда, получается? 600 где-то робаксов, наверное, да? И просто жесть, как я мощно усилился. Ну, кстати, я все-таки не зря того пэта выбила. Мне как бы намного больше дает. Видишь, у меня скорость прибавилась. Смотри-ка. Тут звездочки побольше. Да. Ну, складываться, чтобы получать, короче. Да, ну смотри, ты сейчас финишируешь. Ну, в принципе, да, 15 секунд, да. Походу, ты успеваешь. Реально. Смотри, чуть-чуть остается. Да, ты успеваешь. Все, на третьей линии ты переходишь. Сколько мне дадут? Ну там не так много, вроде как. Ну, хотя бы как-то. Я сейчас вот, например, 500 у меня копила. А я-то, короче, получил 39 тысяч за вот эту минуту. Почти 40 тысяч получил. Офигеть, это мощно. Это очень мощно. Ну, надо накопить вот на это яйцо теперь. 10 миллионов. Мне кажется, это будет сложновато накопить так. А у тебя сколько сейчас? У меня денег? Да. У меня 90 тысяч почти. 90 тысяч я почти накопил. Вот, все, сейчас 90 тысяч. Ну, и вот после этого будет 120-130 тысяч примерно. Ну, то есть... По сути, тебе столько же надо накопить. Ну... Типа, приумножить сколько мне. Приумножить, да. Ну, можно, в принципе, попытаться и постараться. Ребят, если вы хотите на это посмотреть, как мы с Таней здесь будем, ну, как-то усовершенствоваться, да, увеличивать свои джамп-пауэры, лучшие результаты, то обязательно, конечно же, напишите об этом в комментарии. До следующего видео мы можем с Таней хорошенько прокачаться и потом показать вам свои результаты. Как тебе идея, а, Таня? Да, можно, почему нет? Ну вот, ребят, пишите главное в комментарии, обязательно ставьте лайки. Ну и давайте пока-пока, встретимся в следующем видео. Пока-пока.